Творим керамические фигурки в детском доме творчества «Красносельский ЦАУ» мастер-класс для детей «Слепи то, что захочется». Ребята творят из фаянса, а это разновидность белой глины. Малыши лепят свои задумки по форме гипсовой фигурки, похожей на блюдце. Просто гипсовая форма заполняется фаянсом определенным образом. И после этого нужно выждать какое-то время, чтобы фаянс немножечко подсох. Юный Саша делает дельфина на пьедестале. Катя лепит по форме ракушки морского котика, а Дуся работает над будущей черепахой. Я, конечно, немножечко подсказываю изначально, на что это может быть похоже. А ребята уже как-то потом додумывают в процессе работы. И в итоге, наверное, больше там их идеи, чем мои. Я просто подсказываю, направляю, показываю, как это технически сделать. Основная задумка все-таки, конечно, у ребят. Когда заготовка принимает желаемую форму будущей фигурки, ее отправляют в специальную печь на обжиг. А после мастерство – глазури и гуаши. В результате длительного, кропотливого, но занимательного процесса лепки из глины получаются красочные рыбки, кувшины и даже цветы. Наталья Калачикова, Александр Логинов, Москва, телевидение, Центральный округ.